Колил больше, поэтому и атака больше. А вот червячок только он делает один удар. А Коля он выпускает, смотри. А, получается, тут рука с ногтями, с когтями, да? Так. Все, победа. Давай попробуем эту руку улучшить. Вот у нас. 6500 стоит. Ух ты. Вот она дорогая, слушай. Да, дорогая, дорого стоит. Поэтому мы улучшиться, к сожалению, не сможем в данный момент. А, улучшить замок тоже. Ну, давай, поехали дальше. Дальше поедем и будем уничтожать монстров дальше. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей. И мы продолжаем играть в наш замечательный замок. Ну что ж, поехали в атаку, пошли в атаку. Так, мы увеличили на вторую скорости. Чтобы побыстрее это все посмотреть. Уничтожить наших врагов. Заработать побольше денег. Так, уже 2000, нормально. Раньше мы очень долго это зарабатывали. Так, попробуем вот этот... А, эту штуку можно улучшить, интересно? Вот этот золотой кубок. Чтобы он, может, больше нам денег приносил, нет? Так, а ну-ка, давай посмотрим. Золотой кубок, вот. А, да, смотри, мы можем поднять ему уровень. Офигеть. 4000 стоит. У нас пока столько денег нет. Ладно, отправляемся дальше. Будем побеждать наших врагов. Потихонечку, понемножечку. Да, ну пока, в принципе, у нас мы побеждаем. Так, тихо. Подожди. Так, а ну-ка, что-то было тут такое, что-то они возле замка все встали, начали долбить мой замок, а ну-ка. Так, уровень один подняли мы. Все, можно ускориться, в принципе, не страшно. Все хорошо, победили, победа. Так, а что здесь в этом месте можно нам сделать? Архит, Гуалт, мана... Вот, ману нужно поставить, чтобы ману больше зарабатывать. Нифига себе. Смотри, можно вот что-то добывать. Бар какой-то, пивнушку сделать, открыть. Пока вообще столько денег у нас нет. Хорошо. Ладненько. Что у нас тут по дереву этому, да? Мы, типа, можем что-то еще здесь докупить, что ли? Поставить? Типа, вместо дерева? Так, а что нам это дерево давало? Так, а ну-ка, вот это что такое у нас? Рука какая-то. Давай купим, посмотрим. А, видишь, она заменила нам дерево. Ладно. Дерево нам заменило, какая-то появилась рука. Как она будет реагировать? А, она вон получается то же самое, типа как и змей. Только у нее колья такие вылазят с земли. Видишь, колья вылазят и убивают этих наших монстриков. Хорошо, в принципе, неплохо. Это лучше, чем это дерево просто стояло, непонятно для чего оно нужно было. А тут у нас атака идет, хорошо. Так, это какой-то, смотри, чувак бежит. Ага, сейчас подожди, мы его постреляем. Давай. Все, победили, хорошо. Хорошо, сколько у нас денег? Мало все равно у нас. Так, давай, а, нет, мы не можем лучше, там 4500 стоило. Ладно, еще раз сразимся с вот этими монстриками. Хорошо. Сейчас и сколько мы сейчас заработаем? Интересно, смотри, уже 5000, 5500, нормально. Нормально прям таки. А вот они идут розовенькие, вот эти вот чувачки. Все, смотри, мы вообще нормально их уничтожаем, да? Все, победа. Хорошо. Так, а ну-ка, что у нас мы хотели там улучшить? Мы хотели улучшить вот эту штуку. Трофея, да? Трофей. Ага, бонус 8%. 8%, ага. Будем больше зарабатывать, неплохо. Так, вот этих ребят, как нам улучшать? Вот лучников, да? Давай, сделаем. Хорошо. И отправляемся в бой. А вот, бегут уже, смотри. Уже бегут. Нормально. Сейчас мы всех замочим. И заработаем еще денег. Сколько у нас? 2500 уже. Да. Уже нормально стали зарабатывать, кстати. Не то, что раньше. Сейчас, если мы еще улучшим этот трофей, посмотрим, сколько мы еще за раз можем зарабатывать. А здесь у нас есть какая-то статистика? Сколько мы заработали? Нет? Нет, вроде бы. Так, давай трофей увеличим, улучшим, да? 5000 стоит. Ух ты, нифига. У меня не хватает столько денег. Ладненько, давай сделаем, подожди. Еще раз. Еще раз мы заработаем. 5,5. Так, посмотрим сейчас, сколько мы заработаем за раз. Потому что у нас где-то было 5. Так, 1000 уже зарабатываем. Хорошо. А 2000, я думаю, мы заработаем. Да. Вот, нормально. 2000 мы где-то зарабатываем за раз. 2,5 даже. Ух ты, даже 3. Даже 3000 мы смело зарабатываем. Хорошо.
Давай улучшим наш трофей. Так, поднимем его. Вот, 9,5%. Теперь улучшим наших лучников. Вот, у нас 1000 сейчас есть. И сейчас посмотрим, сколько мы заработаем за раз. Вот реально, сейчас сколько будет? 1200 у нас было. Угу. Так, а ну-ка смотрим. 1000 уже заработали. Так, сейчас этих монстриков быстренько убьем. Да, 2000 есть. Неужто 3000 мы зарабатываем, а? Да, 3000, представляешь? 3,5, как минимум. Так, на улучшение у нас хватает денег? Нет, 6000 стоит, офигеть, нет, не хватает. Ладненько. Отправляемся в бой. Так, а ну-ка сейчас посмотрим, сколько сейчас мы заработаем. Нам сейчас главное улучшаться, чтобы потом боссы, когда будут приходить, нам будет конкретно не так уж и легко. Ну, я думаю, мы победим. Но главное тут дело сейчас стрелять. У нас же мана есть. Почему мы ее не используем? Ага, хорошо, победа. Давай сделаем сразу трофей у нас улучшим. Так, 10-11% у нас, смотри, будем зарабатывать. Хорошо, бонус. Вот этого еще змея можно улучшить. 1200 стоит. Давай поднимем. Вот, хорошо. Это змей или это червь? Червь, скорее всего, червь. Все. А вообще руку нужно это улучшать, знаешь почему? У него кольев больше, поэтому и атака больше. А у червячок только он делает один удар. А коля он выпускает, смотри. А, получается, вот рука с ногтями, с когтями, да? Так. Все, победа. Давай попробуем эту руку улучшить. Вот у нас. 6500 стоит. Ух ты, вот она дорогая, слушай. Да, дорогая, дорого стоит. Поэтому мы улучшиться, к сожалению, не сможем в данный момент. А, улучшить замок тоже. Ну, давай, поехали дальше. Дальше поедем и будем уничтожать монстров дальше. Так, а ну-ка, где у нас тут большого монстра мы своего выпустим? Быстро его убивает, нет? Нет, смотри, нормально. Работает, старается, сражается. А, все, погиб. Погиб, чувак. Угу. Так, уровень нам добавили, да? Давай, лучница работает. Ох ты, нифига, подожди. Это у нас босс, да, вышел? Так, и он пытается нас убить. Давай мы его сразу. О, постреляли, и все, он умер. Хорошо, неплохо. Так, здесь мы сделаем, давай, золото апнем. Сколько? А давай максимальное количество. Все, у нас больше нет возможности. Хорошо. И давай улучшим замок. Так, у нас просто добавили, да, здесь немножечко. Ай, нам было не замок не улучшать, а этого, руку вот этого. Ручищу с когтями улучшать, ну ничего страшного. Сейчас мы еще раз подзаработаем. Мы на 25 уровне сейчас, ребята. Так, уже мы 3500 заработали денежек, хорошо. Вообще, в любой экономике нам нужно улучшать сразу экономику, правильно? Чтобы зарабатывать больше денег. Да. 5900. Где у нас деньги? У нас деньги либо трофей. Да, трофей. Трофей, допустим, можно улучшить. Давай. А, 7000. Не хватает у нас. Что тут у нас еще есть интересное? Так, тут больше чего такого интересного нет. Ладненько, отправляемся дальше. Так, хорошо. Вообще, надо улучшать лучников. Максимально развивать. И вот эту руку я бы вообще улучшал бы. Рука это тема. Так, давай еще вот этих добавим, вот этих. Солдатиков выпустим наших. Все, хорошо, уже 10 тысяч мы заработали. Да, теперь мы сможем еще раз улучшить наш трофей. Вот. Давай попробуем. Заработаем мы сколько? 3 тысячи сейчас. Да, и посмотрим, сколько мы заработаем и будем знать, сколько у нас один бой приносит денег. Хорошо. Угу. 3000 было, да, у нас? Так, вот уже 3000 мы зарабатываем за раз. Так. 4, да? 4? 4000 мы смело зарабатываем. Хорошо. Отправляемся. А, подожди, а здесь у нас эти работяги как-то улучшить можно, нет? Ох ты, вау! Мы еще одного добавили. Прикольно, прикольно. Хорошо. Так, возвращаемся назад.
И давай купим еще, улучшим наших лучников. Вот. В принципе, все, и поедем. Поедем дальше драться. Будем улучшать уже руку, наверное, скорее всего, вот эту вот, мощную. И потом попробуем еще сразиться. Ну, не знаю, пока еще, наверное, рано нам сражаться с другими замками, потому что сколько раз мы не пытались сражаться с другими замками, мы не побеждали, мы проигрывали. А так, в принципе, когда здесь воюем, то нормально. В принципе, мы хорошо их выигрываемся. Так, руку. Как улучшать руку? Давай посмотрим, что у нас тут с рукой. 6500 стоит, а у нас опять не хватает денег, да? А вот это сколько стоит? 800, да? Давай ее улучшим максимальное количество. Хорошо. Все нормально. Теперь мы будем... Теперь она будет получше стрелять, помощнее. О, смотри, как хорошо. Вообще неплохо, смотри, ее надо прокачивать было. Так хорошо. Но у нас по-прежнему мало денег. 2-3 тысячи пока. 3000. 4 уже. О, нормально. О, какой-то монстряк. Подожди. Подожди, монстряк. Смотри, какой он мощный, да, сильный, а? Но мы его побеждаем, босса этого. Все, босс умер. Офигеть. Вот это босс был, да, ребята? Так, здесь мы улучшим. Давай еще вот эту вот апнем. Золотишко. Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.